Ученые установили полезную дневную дозу кофе. Исследователи из Дюссельдорфа отметили, что пользу сердцу принесет количество кофеина, которое содержится в 4 чашках кофе. Группа немецких ученых из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне установила, что регулярное потребление кофе оказывает положительное воздействие на митохондрии и способствует защите клеток сердечно-сосудистой системы от повреждений. При этом оптимальная дневная доза выпитого кофе должна составлять 4 чашки, пишет Business Insider. Сообщается, что именно в таком количестве чашек данного напитка содержится достаточное количество кофеина. Также установлено, что кофеин улучшает состояние эндотелиальных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов. При этом ключевую роль на это оказывает белок, называемый P27, участвующий в подавлении клеточного цикла. Белок P27 защищает клетки сердечных мышц от гибели и вызывает превращение фибробластов, клеток соединительной ткани, в клетки, содержащие сократительные волокна. Известно, что опыты ученые проводили на старых страдающих ожирением грызунах. Ранее сообщалось, что ученые назвали лучший способ заваривания кофе. Оказалось, что холодный способ приводит к повышенному содержанию уровня кофеина в напитке. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.